Всем привет! Добро пожаловать на канал Кухня на любой вкус. Предлагаю вашему вниманию рецепт драников с грибами. Для приготовления вам понадобится 1 кг картофеля. Натираем его на крупной терке. Добавляем соль. 3 столовые ложки сметаны. И перемешиваем. Триста грамм грибов также натираем на крупной терке. Добавляем соль, перец по вкусу, 2 яйца и все хорошо перемешиваем. Жарим драники на сковороде с растительным маслом на небольшом огне. К концу жарки обычно остается большое количество жидкости. Я добавляю немного соды и муки, и получаются вкусные оладьи. Всем приятного аппетита! Ставьте лайк этому видео, если вам понравился рецепт. Подписывайтесь на канал Кухня на любой вкус. И до новых встреч!